Всем привет, дорогие телезрители, и сегодня с вами Кубер. Посмотрим мы сегодня Starlander, квалификацию, как правильно, 9 сезона Starlander, Star серию, и встречаются у нас сегодня две команды, ТПВЗ против Юа Фэмили. Ну что ж, ТПВЗ у нас сразу же забанили first пиком Чена, довольно-таки нестандартно, потому что первый раз я вижу такой бан от ихнего исполнения. Обычно это у нас идет какой-нибудь Лич, может быть Сларк, Алхимик, Бриз, Тимберсал, кто угодно, но ничем. Ну что ж, надеюсь, сегодня будет у нас очень интересная игра, так как это у нас все же квалификация в Стар-серию, не какая-то не про, не Семи и не Аматорка, естественно. Ну и тем самым у нас разменялись банами Тимберсау на Сларка. Ну что ж, в предыдущей игре мы видели, что ДПВЗ умеют играть за Сларка, и его надо банить. Алхимик у нас забанили Юа Фэмили, и тем самым First пиком забрали Бриста. Ну что ж, бабон у нас сегодня нету, но Бристе я не знаю, честно говоря, кто будет гонять. Все же, мне кажется, это будет Шифер, либо Эрла. Ну ладно, поживем, увидим, посмотрим. Опять же, повторюсь, я жду интересной игры, какой-нибудь там 30-40 минутного лейта. Не хочу быстрого пуша, потому что это никому не интересно. Очень хочется увидеть, чтобы команды держались по голде, по экспириенсу, да вообще на равных, там, замес 3-3, 4-3, ну, такие вот размены. Ладно, и Клокверк у нас с Луной залетает в пике команды Юа Фэмили, и Виномастером отвечает ДПВЗ. Так, сейчас, дорогие телезрители, я просмотрю, работает ли у меня все нормально канал, там, в принципе, все должно быть видно. Ну что, Дума забанили ДПВЗ, посмотрим, чем ответит Фэмили. И это что же спирит? Ну что, также надо ребятам либо пикать, либо банить шторма, так хотел сказать, Пака. Но Пака, мне кажется, выгоднее забрать, потому что есть инициатор, это Клок, есть Шторм, который бани, остается у нас единственный Пак. Можно, в принципе, забрать также Клинкса, если он соберет быстро Мальвалиенс Арчит. Клинк с Ларком разрывали. Больше что тут сказать? Просто, ну, нечего на самом деле. Так, и это Визаж. Будет ли забанен Лич и Девауэр? Вот такой вот у меня небольшой вопросик, сам у себя даже спрошу. И это Батрайдер. Ну, очень давно мы не видели Батрайдера, на самом деле. Часто он пикался на Интернешнле, чуть ли не каждую вторую игру, наверное. Ну вот, про него совсем забыли, что такой герой очень хороший есть, который плюется... Что, чем он там плюется? Смазк, какой-то нефтью, и потом ее все это поджигает дело, и очень хорошо, прекрасно горит. Так, извиняюсь, включен у меня контакт, сейчас мы все это дело выключим. Чтоб не беспокоили. Так, все, в принципе, все забанили. Shadow Demon взлетает у нас с третьим пиком от команды Юа Фэмили. Ребят, сразу же говорю, у меня сломался мой микрофон, который я купил буквально месяц назад. Так что, если какие-то помехи, не обращая внимания, как-то терпим. Я сейчас на ушах Steel Series, и тут микрофончик мне, в принципе, уж такой хороший уже стал спустя несколько лет. Так что придется как-то вот так вот нам играть, ребят. Ну, думаю... Помех никаких не будет, все будет прекрасно, аккуратненько, так сказать. Прицепились уже слова паразиты. Ну ладно, погнали дальше. Подзадумались у нас до ПВЗ, осталось полторы минуты. Так, вот дополнительное время у нас наконец пошло. И кто это будет? Будет ли это Мирана? Будет ли это Пак? Либо Рубик? В принципе, Рубик тут уже будет ни к чему. Эклипс Луны... Своровать, я думаю, не успеет. Притом еще и кастануть его надо. Тут у нас без проблем может Shadow Demon все это законтролить дело. Ну, посмотрим. Так, надеюсь, кто нас сейчас смотрит на Dota TV, либо на Twitch. Вы мне скажете, как меня там слышно вообще. И вообще, слышно ли? Так, ну наконец-то. Наконец-то мне сказали информацию. Извиняюсь, Шифер, это у нас все же бабун, никуда он не пропал. Вот он-то бабун будет раздавать на бристе. Очень все это хорошо. На самом деле я очень рад, что брист у нас не пропадет. Ну,
подзадумались до ПВЗ, кого брать третьим пиком. На самом деле, можно взять тоже Мирану, опять же, повторюсь, Пака, Лич, вот это вот нестандартно. Обычно Лича у нас банят, как и Деваура, но если Деваура у нас, опять же, летит четвертым пиком от команды Фэмили, я также уже не удивлюсь, на самом деле. Как раз мидер будет. Ну что ж, будет ли у нас сегодня противостояние Хард против Трипл, либо у нас пойдет Брист против Клока стоять. Так, Энигма. Вот они, Блэк Холл, очень красивые под Эклипс Луны, как раз под Гога Клокверка. Думаю, Энигма у нас сегодня очень прямая. Не будет кривой там давать Блэк Холл в одного, чтобы там убежать, либо хотя бы как-то одного забрать. И что-то меня подлаю и дота начала. Это не есть хорошо. Так, это на самом деле вообще не есть хорошо, потому что лаги у меня все учащаются. Ладно, трогать ее не будем. Ой-ой-ой-ой, как он мне сел. Мышка живет своей жизнью. На самом деле, куда-то у меня бегает. И очень-очень-очень лагает дота. Надеюсь, меня не вылетит и не придется бежать. Вот это Кринс! А что у нас получается? Тогда Брист у нас уходит в триплу, Кринс будет стоять против Клокверка. Погромче микр, без проблем, сейчас мы его все это дело оденем, вот так меня должно погромче слышно. Потому что микрофончик у меня вообще отдельно валялся на столе с ушами, я сижу в других наушниках, получается у меня включено аж двое ушей. Нори, ну же, ребят, давайте забаним уже пятого игрока, облегчим мою душу, чтобы я не думал, какой там будет Деваур либо Пак. Кого у нас еще может, в принципе, забрать? Алхимик Бани, Тимир Бани, Слах Бани. Честно говоря, даже не знаю. Кто у нас такой еще надоедливый герой? Вайпера можно вполне, в принципе, забанить. Так, это Пак. Ну вот, не дали ребятам никакого инициатора. Все же к Линксу придется вырываться вместе с Личом, под его чайники будут летать. Брис там будет раскидывать всем иголки направо-налево, но... Все же есть Энигма, которая контролит Блэк Холл, так что ее самый первый надо как-то убивать. И инвокер у нас забанили ДПВЗ. Ну что же. Последний пятый пик. Как кто это будет? Хардлайнер есть. Вот то у нас мид пойдет. И... Энигма у нас, по идее, идет лес, Луна с демоном трипло, и надо брать мидера. Ну же, кто это будет? Неужели это будет все же какой-то Вайпер? В принципе, очень неплохо, мне кажется, заехал бы дамаг. У него прилично есть ульта, которая очень-очень неплохо замедляет. Но против него есть также... отравляющий виномансер, который так неприятный, и его гель, ульта, и микроварды его. Микровеники, как я люблю все же их называть. 54 секунды. Так, это Драгонмайт. Вот кто у нас будет танковать всю эту канитель, весь все замесы. Ну же, чем ответить за ПВЗ? Можно в наглую взять сейчас Акса, собрать его в быстром блинку, в блинке ворваться, агрить Энигму на себя и быстренько-быстренько вот это вот все ее убивать. Очень было бы даже неплохо на самом деле. Энигму надо контролить. В всяком случае есть Shadow Demon, есть стан ДК, есть Гоги, есть микробаши от Клока. И все это дело как-то можно еще предотвратить, чтобы не законтролили Энигму, и она дала свой превосходный Black Hole. Так, дополнительное время пошло у нас. Уже 25 секунд до ПВЗ остается. И надо думать. Ну, в принципе, подумать есть время. Еще целых 20 сек. Так, как меня слышно, ребят, на Твиче? Меня смотрим, пишем в личку, как уже слышно. Микрофончик я все же уши одел. И должно погромче уже все же это дело все. Так, Слардар, вот это вот на самом деле неждан, два жирных игрока, все же будет Слардар и Брист. Но ДК у нас не менее тонкий. Есть пассивочка, которая позволяет быть его довольно жирным, можно собрать доминатор и под ультой, в принципе, очень хорошо отхиливаться.
Ну что ж, ребята разбирают своих игроков. А, как всегда, у меня лагает дота в это время. И, надеюсь, уже начнется игра, у меня все это дело отлагает, и можно будет посмотреть, кто на ком гоняет. Так, сразу пауза. Ну, как любит паузу наставить. Пока она стоит, посмотрим. Команда Family. На ДК у нас будет гонять Ямазер, на Клокверке Владо. Или Влада. Shadow Demon у нас будет гонять Янгл Талант. На Лине. Так, на Луне, извиняюсь, будет играть Сони. На Энигме у нас будет Мега Кинг. Команда ТПВЗ. На Венике у нас будет плеваться Дэнкью. На Личе раздавать чайники ЗЗшка. На Слардаре Эрла. На Бресте будет гонять Артас. И на Клингзе пинать всем будет Шифер. Для тех, кто у нас только что подключился, напоминаю, Шифер — это бывший бабун. Не знаю, почему он решил сменить свой ник, потому что я привык называть его Бабун. И на самом деле я уже подумал, что это какая-то замена. Бабун куда-то ушел. Кстати, Энигма. Что это она так пролагала? Довольно-таки интересная. Красивая такая. Ну, как всегда, по традиции выберем комментаторов. А, нет, комментатор у нас по дефолту. Поставим себе... Что тут у нас? Как смотрится этот? В принципе, можно оставить... Нет, не оставляем. Оставляем себе дефолт. Ну и все по дефолту. И полетели уже салютики, фейерверки. Так, ну что, бежим по лайнам. Кто будет на миду? ДК, по идее, может без проблем мид пойти. Да, в принципе, он туда идет. А что у нас? Демон. Демон бежит у нас быстрее ставить варды. Трипле мы видим от команды. Кстати, пока мы не видим. У нас тут получается не трипла, а вчетвером ребята будут чекать варды. Могут, кстати, поймать Клокверка, если он дальше положено сунется. Есть у нас тут Лич, Брист и Слартар с веником. В принципе, замедления достаточно. Нет, Лич у нас все же прокачал не то, что нужно на самом деле. Можно было прокачать свой Фростбласт, что довольно-таки было полезно. Но есть гель у Виномансера. Слардар может без проблем прокачать стан. И Гу прокачать Присталбэк. Ну, колючки тоже неплохо. Так, спрятался Брист в чужом лесу. Ну, что-то как-то непонятно. Пока бегают, ладно. Клинкс, понятно, у нас будет... что у нас Клинкс получается? Он терпит триплу. В харде будет стоять Клокверк от команды Family. Миду будет. Кто у нас мид? Куда разбежались все ребят? Где у нас мидеры? Так, неужели это будет Слардар против ДК? Ну, ДК, в принципе, это понятно. Слардар — это что-то для меня новенькое. Ну, ладно, посмотрим, как это все будет происходить. Но все же. Так, ДДшка. ДДшку надо будет уже потихонечку забирать. Веник тут потихонечку как-то чекал, хотел увидеть. Итого. Лич у нас стоит с Бристом против них. В харде стоит Клокверк. Виномастер с Клинзом будет стоять против триплы. Это Энигма, Шэдоу Демон и Луна. Но я так понимаю, два саппорта будут у нас качаться без проблем в лесу. И, скорее всего, это будет также выход на Слардара. Так, Слардар у нас пинает, дает стан потихонечку. Подпинывает он, так сказать, ДК, но как бы он не пожалел. Есть с ДДшкой Демон, есть его Астральчик, я так его буду называть. Как бы он за это не поплатился. Вот, ребята, уже подходит. Shadow Demon ДД. Видит все это дело Слардар и отходит быстренько. Так, а что тут? Варды вроде не стоят, но спалил. Демон у нас его также не подпускает. Понятное дело, с ДД лучше не лезть. Либо ФБ как тоже неохота отдавать. Так, Клинксу у нас уже половина ХП нету. Напинали его, так сказать, крипы. Но фармит он очень, вроде бы, 3-1 по крипстату. И также у нас Луна. Ну, Луна у нас стоит в харде, все же мы видим. Энигму в чужом лесу. Вот, кстати, можно было бы прочекать, что да, Энигму у нас нигде нету. В чужом лесу вроде бы как-то не показывалось. И можно чекнуть бы свой лес. Как бы не помешало. Есть тем более Лич, есть гель Веника, есть Клинкс. Клинкс мог бы и там в инвизи прочекать все это дело. Но, опять же, терять фармы и голду не очень бы хотелось. Так, ну тем самым временем... Слардар очень хорошо попинал ДК, у ДК меньше половины ХП, там 300 уже. Можно было бы дать стан на соточку, как раз было бы, и сделать пару ударов. Ну, Файр еще, насколько прокачан на один, особо много дамага он Слардару не наносит, тем более там 6 брони уже стандартных в начале.
Так, промах станом. Ну, я думал, так решил, хотел зафармить. Ну и Борис у нас стоит против Клока. Пинает они потихонечку. First Blood, вот он там у нас First Blood от Калинкза, очень даже неплохо. Но все же разменять саппорта на кэрри. С одной стороны, это First Blood забрали, а с другой стороны, как-то размен не очень хороший получился. Вот если бы забрали еще и Луну, то было бы все очень прекрасно. Вот, кстати, Клинкс у нас может сейчас уйти в инвиз и напинать очень неплохо Луне. Ну, у Луны есть там гусики, есть фласочка. Вот это. Можно было забрать, если бы фласочку у нас Кларис юзнул бы веник, тогда можно было ладить гель и убить Луну. Очень было бы даже здорово. Ну, что-то ребята до этого не додумались. Так, ну что, по крипстату пока 3-я минута, в принципе, много каждый не нафармил. 20 к 1 у нас у ДК, 10 на к 1. Слардар очень, кстати, проседает по крипстату, ловит у нас потихонечку Луну, упинают. Есть лесу Шэдоу Демон, юзает сразу флашечку. Так, дальше по крипстату у нас, в лесу у нас качается Нигма, мы видим, что 14 к 0, фармит нам все потихонечку на Сол Ринг, и 14 на 5 у нас играет Бриз. Он Бриз тут уже бедного Клока загоняет под вышечку, тем самым 3 удара все же получает. Как бы вот здесь Клинкс не получил люлей, матом выражаться все же не будем. Ну, есть у нас тут Лич с Лаской, есть своим гелем веник, и надо бы потихонечку забрать кого-нибудь. Пока стоят ребята в трипле, пока не раскачалась Луна, все же фарма у нее, как бы экспириенса будет побольше у нее. Ну что же, ребят, сейчас подойдет Энигма, вас закроет, так сказать, сзади. Накроет, тем более тут много-много-много эдолонов. И тут у нас чекает Лич все это дело, говорит, ребят, надо уходить. Тут бегает Энигма в нашем лесу, фармится, надо ее принимать. Так, ловит у нас сразу же, кого ловит. Поймали веника, веник у нас никуда уже не уйдет. И это минус спиномастер, да, минус веник. Тут подходит у нас Клинкс, но как бы Клинкс у нас сам не огреб, он может без проблем грести, остается у него буквально пару хп, и все же забирает Клинкса. Размен у нас 2 в 1. Ну, хотя бы Луну забрали, хоть какого-то кэрри. Ну, все же бы Энигме тоже неплохо было бы как-то слить голдишка, потому что быстрый блинк у Энигмы это не есть хорошо. Так, опять же, стана Слардара, пытается он как-то попинать ДК, но не получается у него. ДК-то будет уже пожирнее. Нет, все же не пожирнее будет. Броня в сумме всеми у обоих. Но у Слардаров тем временем есть ботл, и в нем реген. Что тут? Опять у нас демон прячется. Если что, законтролит он какого-то из игроков. Либо Луну там как-то спасет. Ну, неплохо. Сколько на троечку прокачан бим. И 225 дамага вносит Клинксу. Ну, Клинкс у нас на данный момент еще такой ватненький, но бьет также не слабо. Так, Ллойд у нас сразу же есть ульта у Слардара. Кстати, вот Слардар тем самым временем подходит у нас веник. Видит, что тут есть Энигма, надо забирать веника. Веник отходит. И Слардар неугомонный, просто будет забирать дальше Энигму. Энигма минус. Надо забирать тут также ДК. Гели нету у Виномастера, есть микроварды. Так, все, разбежали, забрали Энигму, все очень хорошо. И разошлись. Но вот 6 хп осталось Слардара, очень опасно было. 1500 есть у него, и где-то у нас Клинкс тут. Так, варды мы видим. Спалили Луну, то, что она здесь с шаманом. Клинкс у нас потихонечку наглеет. Ну, Лич понимает, что все это дело. Надо быстренько прокачать ульт и раскидывать чайники направо и налево. Так, вот у нас ДК под инвизом. Подходит потихонечку, видит все это дело. Кстати, надо бы забирать, надо уходить. Прош смоки. Клинкса у нас ловит. Сразу же будет стан от ДК, будет стан от Луны, и это будет минус. Неужели не убьет, не убьет Клинкс? Надо забирать, вон у нас Лич один бедный. Так, Слардар рвается с Бристлбека. Тут есть веник, стан. Забирает у нас потихонечку ДК, ДК минус. Эклипс от Луны. И Блэк Холл, великолепный Блэк Холл. Это минус 3 должно быть, это размен должен 0-4. Слардар делает минус 3, дабл килл. Отлично, размен 3-4. Очень прекрасно, мне очень понравилась эта игра. Слардар забажил вистом. Но... И ребята ушли на лоу хп. Но есть еще Лич, который также резнулся. Все же, нас в итоге израсходовали Эклипс, Блэк Холл. И при этом не было ульты ни Виномансера, ни Лича. Так бы можно было бы размен еще устроить свою пользу. 6-7.
пользу команда ПВЗ. Посмотрим, что у нас по экспириусу. В принципе, игра ровная, всего лишь 500 опыта. И по голде, кстати, выиграет Family в 1000 голды. Ну что ж, теперь у нас Клинкс в инвизе особо не побегает. Ребята уже закупили все смоки. Да, есть досты у Энигмы. Так, врывается у нас сразу Клокверк, станет. Ловит Лордар, но надо забирать хотя бы ДК. Разменялись у нас 1-1. И, кстати, вот можно было бы на развороте поймать того же наглого Лича с... Вот он-то чайник, чайник великолепный. Нет, все же чайник у нас получился у двоих и не разлетелся. Но не забрали хотя бы. Очень красивая ровная игра. Тут подходит Crystal Back, будет забирать у нас Клока, типа сейф ТП, но не успел. В итоге 2 в 1 вот у нас видит руну ДД. Надо забирать какому-то тому же Слардару, который есть ботл. А приз у нас уходит потихонечку в Вангвард. Осталось ему буквально 700 голды, и он уже его все закупит. Тем самым временем Клинкс у нас потихонечку фармит. Есть у него базилочка, есть ботинок, и будет это Magic Wand. Так, нет, все же ПТ-шечку он решил докупить. Стики он держит при себе, как мы видим. Но что-то луна у нас имеет только фейза. Я думал, у нас будет уже что-то побольше. Ну вот, тем самым, что я и говорил, игра должна быть довольно-таки очень интересной. Такого вот, как в предыдущей игре, чтобы не было там со счетом... Не помню, какой счет, но реально издевательство там. То ли 20 к 5, если так окрулить, то ли 25. Точнее. Вот такое вот было издевательство со стороны ДПВЗ. Ребята просто заходили, там Сларк с Клинксом всех пинал. Издевались как могли. Ну что, ловит у нас потихонечку луну. Так, замедление, Виномансер. Ну, есть Энигма, который сейчас замедлит. И, кстати, Энигму можно было ловить. Так, надо плеваться уже Бристутем. Что он и делает. Тэпа вот Энигмы. И нету никого тут, чтобы можно было как-то сбить телепорт. Ну вот Слардар, если только, но не успел. Кстати, Слардар нас может поймать сейчас прекрасно луну. Ульт. У нас есть Bristol Back. Ребята без проблем полезут у нас сейчас под вышечку, но Эклипс тратит луна. И надо ребятам расходиться, потому что тут подошел на ТК, будет стан.